Друзья, с вами Денис Гик и клуб Ардуино, и в данном видео я рассмотрю прибор, который давно себе хотел, и он мне вот пришел. Это прибор для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. И тематика, в принципе, будет интересна всем, но конкретно для тех людей, кто в основном работает с аккумуляторами, это необходимая штуковина, потому что многие, ну, из бытовых пользователей и не задумываются, что есть такой параметр у аккумуляторов, как внутреннее сопротивление, и что это очень важное значение. Значит, что такое внутреннее сопротивление аккумулятора? Значит, каждый аккумулятор состоит из определенного химического состава. Давайте представим, что у нас внутри аккумулятора присутствуют два резистора, то есть два сопротивления. Значит, один из них, который называется RS, он включен последовательно с аккумулятором. А второй РП, он, соответственно, включен параллельно. Вы сейчас видите схему на экране. Значит, РС – это у нас сопротивление внутреннее последовательное, оно отвечает за ток отдачи аккумулятора. А РП – это сопротивление, которое может разряжать наш аккумулятор, пока он бездействует, то есть лежит на полке или на хранении, или где-либо. Ну, собственно, это внутренние параметры аккумулятора. Мы не будем брать внешние, как, например, мы установили аккумулятор в держатель, и вот здесь вот у нас тоже имеется небольшое сопротивление из-за там плохого контакта, окисления и так далее. То есть это уже наружные факторы, которые не вносятся в данное понятие. Ну, а теперь давайте немножечко про прибор. Значит, это моделька UR1030+. Значит, это специальный прибор миллиамметр для измерения малых внутренних сопротивлений аккумуляторов. Я заказывал его на Алиэкспрессе, скажем так, в самой минимальной комплектации, потому что они есть в разных комплектациях. Значит, сам прибор, внутри встроен уже аккумулятор, выход под несколько вариантов щупу, и также тут зарядка у нас присутствует. Кстати, литий-ион внутри, вот как вы видите. Параметры до 28 вольт, от 1 до от 0,01, это получается 1 миллиом, до 200 Ом, 5 вольт, 500 миллиампер, это вероятнее всего зарядное. Теперь интересная штуковина, это щупы. Значит, как вы видите, у нас разъем USB затянут в термоусадку, и присутствуют два провода. Значит, два пара проводов, красный и черный, меряют у нас питание самого аккумулятора, то есть напряжение на аккумуляторе, а вторая пара, это у нас меряет непосредственно сопротивление внутреннее. И также у нас присутствует в, казалось бы, стандартных щупах по два клемника, вот, ну, штыковых штыря, с определенными коронками на концах, которые, кстати, вынимаю. Ну, для начала они подпружинены. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Значит, смотрите, мы устанавливаем. Видите, они полностью втягиваются. Как один разъем, так и второй. Вот. Также их можно вытянуть. Вот такой они формы. И здесь у нас, ну, это создано для замены на новые. Так, и теперь мы до конца. Оп. Теперь они сидят. И в комплекте также к этим щупам у нас присутствуют также 4 таких штыря с коронками. Ну, под замену, опять же, если вдруг эти износятся, затупятся и уже не так будут хорошо замерять параметры. То есть это, по сути, вся комплектация, которая была у меня. Приехал он даже без коробки в пакете, потому что я брал минимум. Значит, брал его за $39. Сейчас там черная пятница и распродажи можно взять за 36,99, 37. Также есть комплектация чуть расширенная, там вот такие вот, как вы сейчас видите на экране, расширенные, удобные под 18650, да и не только, там они универсальные, не растягиваются, раскручиваются, под различные типы аккумуляторов такого плана, для установки, то есть с надежными клемниками, чтобы никаких не было лишних погрешностей. Ссылочки будут в описании, кстати. Ну что ж, теперь давайте включим наш прибор, зажимаем кнопку Power, и он загружается. Значит, после включения у нас стоят два режима авто, это автоматический выбор. Также мы можем выбрать вручную range, то есть 20 миллиом, 200 миллиом, 2 ома, 20 ом и 200 ом. То есть или автомат. Так же самое у нас для диапазона напряжений. Мы также можем выбрать 2 вольта, 20 вольт, 28 вольт максимально и автоматический режим выбора. Ну, давайте поставим автоматы, пусть будут.
И для начала проверим, насколько он точно показывает. Значит, мы будем проверять на обычных резисторах. То есть, значит, первый резистор у меня 3,3 Ома советский, нагрузочный. Вот таким вот образом штыки установили и сюда. Значит, 3,3 Ома он показывает, 3,29 Ома. То есть, в принципе, претензий нет. Давайте вторым прибором ткнем. Значит, тоже автомат пусть стоит. 3. Ну, сейчас этот пока определится. 3. Ну, тоже 3,29, 3,20. Ну, чуть-чуть даже. Ну, в принципе, сходится все. Теперь, значит, второе сопротивление. Тут 8,2, насколько я помню. А, вот оно. 8,2 плюс-минус 5%. То есть погрешность все-таки побольше. Ну, давайте. Ткнем. Так, ткнем. Значит, 8,1 у нас показывает. Ну, допустимая норма погрешности. Давайте сюда. И... Ну, пока устаканится, тут да. Тоже, в принципе, войдет в норму. 8,20. Ну, чуть-чуть больше. Так. Теперь давайте перейдем к аккумуляторам. Кстати, при нажатии у нас включается подсветка. Либо же при замерении. Кстати, полярность у нас особо не важна. В принципе, у нас покажет минусовое значение. Мы будем правильно мерить. Так. Кстати, я нажал только что кнопочку Hold. Это у нас зафиксировать показания. Вот. Теперь давайте. Вот, 3,67 вольта, 23,8 миллиома. Так, давайте пройдемся по остальным. Поехали. 24,6, 24,5, 24,7, 23,9, 23,9. Вот 4,1. Нет сильного разброса, в принципе. Тут что-то. 23,7. Ну и теперь очень старый бэушный аккумулятор. Давайте так. Вот это у нас минус, насколько я помню. Вот это плюс. Значит, 3,7 напряжение. Видите, подсветка включилась и показывает так. Сопротивление 37,9 Ом. Здесь уже сильнее разброс пошел. И, кстати, у продавцов нормальных, качественных аккумуляторов на страницах обычно есть параметры их, и там указано также внутреннее сопротивление. Как вы понимаете, вот эти вот аккумуляторы у меня с разборки Tesla мобилей. Они уже отходили часть своего, и потому параметры у них могут слегка отличаться. И еще параметры отличаются от того, что насколько температура высока, насколько они заряжены, какое напряжение на аккумуляторе, потому эти параметры могут немного плавать. Ну а фактически, о чем нужно было сказать в начале, но именно к этому моменту подвел, то что внутреннее сопротивление у нас влияет на нагрев аккумулятора. И проявляться это будет, конечно же, под большим током. Значит, давайте посчитаем. Возьмем 24 милливольта, которые получали здесь в среднем, так, умножим на 15 ампер, допустим, работа, это будет 360. Значит, у нас получается 0,36. И теперь это мы умножим на 15 ампер и получим 6 ватт. То есть вот такая вот будет теплоотдача при работе на 15 амперах. На сам аккумулятор, конечно же. Но это мы просчитали под максимальную нагрузку 15 ампер под длительное время, когда аккумулятор уже нагреется, и тогда у него будут вот такие вот параметры, вот такая вот теплоотдача и нагрев. Значит, при, соответственно, измененной среде температуры вокруг, при там, определенных параметрах снижения, пики, то есть, соответственно, параметры будут уже другие. И все будет отличаться от сухих расчетов, потому что будет идти в активной фазе изменения параметров. Также, кстати, в этом приборе есть у нас определенные параметры настройки и калибровки. Вот они все, также можно сбросить на заводские.
калибровка присутствует, указание определенных, наверное, констант, подсветка, включение автоподсветки, то есть и так далее. Кстати, что приятно, присутствует уровень заряда аккумулятора в данном приборе. В общем, друзья, так как я давно себе хотел этот прибор и уже начал даже собирать аккумулятор там к электросамокату, все чаще и чаще с ними я встречаюсь, потому я все-таки решил себя порадовать и заказал его себе под Новый год, вот такую вот штуковину. В принципе, для тех, кто постоянно занимается с разными типами аккумуляторов, данная штука будет, в принципе, полезна. Как для проверки аккумуляторов на исправность, на состояние. Весьма полезный прибор, но очень узконаправленный. В общем, друзья, с вами был Денис Гик и Клуб Ардуино. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.